Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Ельжасов проинспектировали ход модернизации растительных систем. Первым объектом посещения стал канал Сенкыбай протяженностью 21,7 километра в Байзакском районе. Реконструкцию канала ведет ТО «Крылустет». Здесь сейчас работают 3 строительные бригады. Согласно плану модернизации, канал будет забетонирован, что сведет потери воды практически к нулю. Аким области потребовал завершить работы до начала следующего вегетационного сезона. Аграрии опасаются, что жилые дома, хозяйственные сооружения, расположенные близко к каналу, могут препятствовать подаче воды по нему. Глава региона руководству района филиалу РГП «Казводхоз» поручил изучить этот вопрос и принять все соответствующие меры. Этот же подрядчик проводит восстановительные ремонтные работы на каналах Свекловичный, Медеу, Айткуль, Сата-Балде. Нуржан Нуржигитов поручил завершить работы в течение 3 месяцев.